Привіт, друзі! Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання, час приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – театр ляльок. Що було і що буде? І у нас сьогодні в гостях провідний майстер сцени Миколаївського обласного театру ляльок Костянтин Гросман і завідуюча літературно-драматургічною частиною театру, заслужений працівник культури України Олена Антонова. Друзья мои, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вам очень благодарны, что вы нашли время и заглянули к нам на огонек, потому что всегда приятно видеть хорошие, добрые лица. А еще я открою один маленький секрет. Елена Антонова, заслуженный работник культуры Украины, она, по словам своих коллег, единственный человек в театре, который использует литературную речь. И поэтому ей первое и слово. Итак, Елена, будьте добры, тема нашей сегодняшней беседы – театр кукол. Что было и что будет? Вы лучше всех знаете об этом. Здравствуйте еще раз, Анетта. Здравствуйте, дорогие наши маленькие взрослые зрители. Ну, о театре можно говорить бесконечно и о многом, но есть самые яркие, самые приятные театральные события, которыми очень хочется похвастаться, остаться в завершении театрального сезона и вспомнить. Это такие интересные события в нашем театре в этом сезоне, как праздник открытия. В этом году он у нас был необычный. Мы сделали яркое карнавальное шествие по улице Соборной и на Каштановом сквере концерт с участием наших кукол, наших артистов. Ярко, красиво мы открылись как в театре на стационаре, так и на главной улице города с нашими маленькими взрослыми зрителями. И открывал театральный сезон, мы традиционно открываемся первые выходные октября, премьера, сказка «Рукавычка». Конечно, мы всегда стараемся любой спектакль и для маленьких, и для взрослых найти свою изюминку и рассказать о том, о чем раньше не рассказывали в этой сказке. О изюминке этого спектакля, я думаю, лучше расскажет режиссер-постановщик Константин Гросман. Мы поэтому сегодня вдвоем, потому что во многих ярких событиях нашего театра в этом сезоне, как и в остальных, Константин принимал активное участие. Поэтому в спектакле «Рукавичка», наверное, я ему передам слово. Константин, будьте добры, вы являетесь и автором? Автором пьесы, режиссером постановщик. Ну, очень захотелось. Необычность этого спектакля заключается в том, что он выполнен в гуцульском стиле. Для этого пришлось поехать на Гуцульщину. Я влюбился в этот замечательный край. Это просто люди прекрасные. Все, что нам рассказывают, все неправда. Надо поехать и прям с первоисточника подчерпнуть тему, потому что это действительно люди радушные, замечательные, прекрасные. Простодушные. Я получил такое удовольствие, я в этом году, кстати, опять туда еду, уже просто так. Мы ничего не знаем о гуцульщине, ни о костюмах, ни об обычаях. Ну, в общем, я поехал чистый лист, набрался там гуцульского, но пьеса была уже готова. И пришлось корректировать некоторые моменты. То есть пьеса была готова, а потом вы уже поехали на гуцульщину? Началась постановка, чтобы... я понял, что я об этом ничего не знаю. Я просто поехал туда, чтобы понять, что такое гуцульщина вообще. Музыка прекрасная, песни замечательные, танцы замечательные. Но если кто не смотрел спектакль, там в финале кабан и лиса, деля рукавицу, ее просто разрывают пух и прах. И добрый Мольфар, чаревник, Мольфар это у них такой, типа у нас... ясновидящий, там, колдун какой-то, но в хорошем смысле этого слова, он произносит заклинание, и ширма превращается в огромную рукавицу, и поднимает такая огромная рукавица, стоит, поднимается большой палец, и потом, когда они начинают представлять, открываются в этой рукавице окошки, и появляются все персонажи, то есть мы их полностью обеспечиваем жильем, и они... Каждый имеет, им не надо делиться за такую рукавицу, потому что каждый имеет место жить. И главная тема, что грела не рукавичка, а душа. Вот, мышка говорит, вот ты зайчик маленький, а душа у тебя большая. Души наши – это теплые рукавички, и в них для всех места хватит. Так что нас грела не рукавичка, в общем, а душа наша. Вот. Я не стал использовать... То есть такой философский смысл, да, глубокий заложен, да, в вашей детской сказке. Да, ну... А вообще смысл так добраться, чтобы нашли не закладывать свой смысл в украинской народной сказке. И полностью написано украинским литературным языком, потому что я хотел какие-то сделать вкрапления гуцульским языком, но мои друзья, режиссеры, актеры Западной Украины сказали, что вас на Востоке это не поймут, на юге. Поэтому делаю просто литературный украинский язык, и будет всем понятно. Единственное, мы используем слово там «файно». Это знают все, в общем-то. Потому что в английском есть «файн», и в немецком есть это, поэтому это понятно для всех. Но...
суть, идея главная, то, что мы хотели крикнуть, что будьте добрее, открывайте душу, ничего не бойтесь. Вот как вы к людям, так и люди будут к вам. Вот, собственно, это если коротко. Отталкиваясь от души, от добра, от дружбы, конечно, мы маленьким зрителям пытаемся словами сказки рассказать, что значит друг, как нужно дружить, что такое дружба, простыми поступками, почему нужно улыбаться друг другу, почему нужно радоваться, когда видим друг друга. И об этом тоже, наверное, наша следующая премьера этого театрального сезона на вперед Нового года, рождественских и новогодних праздников, у нас состоялась премьера спектакля «Волшебные сны». Спектакль по мотивам сказок Сергея Козлова. О дружбе ежика и медвежонка. Помните, наверное, наши телезрители помнят эти добрые истории Сергея Козлова. Почему мы объединили это в почему название «Волшебные сны»? Потому что их очень лирические, трогательные истории очень уж нам напомнили сон. И поэтому сказка называлась «Волшебные сны» о дружбе ежика и медвежонка. Снова о добром, снова о дружбе языком сказки. Такие воздушно-облачные такие тона там все-таки. Режиссер спектакля, постановщик Никола Пунов. Сказка получилась очень волшебная, очень как фантазия. Вот спишь, и на облачках рождается сказка. Как которая это летает, и ты представляешь себя там и фантазируешь, дофантазируешь что-то свое в этом спектакле. Конечно, Новый год – это пора чудес волшебства, поэтому зрители… Ну, у нас сейчас вся жизнь, Елена, пора чудес и волшебства. Хотелось каждый знает, с какой стороны ждать очередное чудо. Есть периоды, когда именно вот хочется этой сказки, это волшебство особо. И вот это тот период, новогодние рождественские праздники, зачем приходят и в театр, за сказкой, за чудесами, за волшебством, за отдыхом. За миром, спокойствием, лирикой. Затем мы, конечно, очень много работаем не только в театре, но и на стационаре. У нас есть очень много выездных спектаклей в учебные заведения нашего города. Детские сады, школы, не только города и области. И поэтому было у нас в плане постановка спектакля на тему безопасной жизнедеятельности. То есть мы снова безопасность жизнедеятельности, да, но это в исполнении так, кукол. Вот расшифровываю, да. Языком сказки снова мы рассказываем малышам, почему нельзя доверять незнакомым. Почему... А устами каких героев глаголят? Герои вот этой эти сказки – маленькие зайцы? Зайчата и ворона Варвара, которая подстрекает их на нехорошие поступки. Ворона. И зрители включаются в эту игру, что вот всегда интересно, важно, интересно любому зрителю, наверное, и маленькому, и взрослому, что он становится участником этой сказки. Он помогает маленьким героям, зайчатам, выйти из сложных, непростых ситуаций, помогают тушить пожар, например, рассказывают, вспоминают правила дорожного движения, предотвращают аварию на дороге. Вот такая поучительная, динамичная, веселая сказка, премьера, называется «Варварине хитрощи». Угу. Тоже так интересное название, чтобы по названию, ну, не угадали, о чем наша сказка. Ну, действительно, и не угадаешь так с первого взгляда. Варварины хитрущи. Мы еще очень важное событие пропустили в начале театрального сезона. Мы, когда открылись осенью в октябре, в ноябре месяце, у нас были гастроли в Беларусь со спектаклем «Приключения Чиполлино». И вот снова я хочу Константину передать слово, режиссер-постановщик этого спектакля, и он был на этих гастролях, и он, наверное, более подробно расскажет об этом событии нашем. Константин, будьте добры, Чиполлино, он пережил много-много разных даже государственных строев. Как белорусы. Они так приняли это, они там увидели себя. Они весь спектакль там получали массу удовольствия, причем они обычно не шифруют, а это они эмоции просто выплескивали, потому что дети шифровать не умеют. И взрослый смех слышался, и вот такое очень часто, потому что «Приключения Чиполлино» – это спектакль о постсоветских государствах. Белоруссия, Украина, Грузия, Армения, то есть там события, которые можно к любой стране привязать. И они это видели и слышали. Как раз перед тем, как мы туда приехали, у них появился очередной новый налог на безработицу, на тунеядство, да, налог на тунеядство. Ну, у нас он тоже немножко о другом, этот спектакль. Да, он у нас изначально вообще о другом, у меня другая была идея, опять же, о дружбе, что вместе мы сила, веник по прутику сломать легче, чем целый, ну, то есть дружите. У меня не о революции, не о борьбе, не о войне, о мире наоборот.
То есть там не уничтожают лимоны и помидоры, из них не давят там томатный сок, как Джанни Родари, он же радикал сумасшедший был. Не, ну в сказке тоже не давили. Ну там их просто там выкинули. У нас очень культурно, у нас другая идея. У нас идея о том, что... Что даже если плохим ты хочешь, людям есть место под солнцем. Да, если ты хочешь хорошей жизни, ну так добивайся. Нельзя сидеть и ждать, когда она упадет с неба. Так не бывает. И пример тому государство Израиль. Хотели лучшей жизни, они себе сами сделали. И на песках построили цветущий сад. Хотите, пожалуйста, не бросайте бумажки мимо урны. Да, не пишите на стенах глупости, и будет вам хорошая жизнь. Ну, как бы об этом, да, добивайтесь хорошей жизни. Нельзя сидеть и ждать, что тебе на блюдечке это будет. Надо самим. Вот. И способы разные тоже бывают. Можно это все сделать путем переговоров и очень мирно. Ну, как Чиполлино. Но они там, каждый находит в любом спектакле для себя что-то свое. В любом. Нельзя поставить хрестоматийный спектакль, где будет все каждому одно и то же. Каждый возьмет что-то свое. Им очень понравилось. Но там было интервью. И на мое удивление... Спросила меня корреспондент местного телевидения, а вот сейчас бытует мнение, что театр, в частности театр кукол, умирает. Правда ли это? Я говорю, кто вам сказал эту глупость? Театр кукол еще будет лет, ну, 1005 умирать, наверное. Он умрет только тогда, когда умрет уже все. Все умрет, а театр кукол еще будет. А театр кукол еще будет. Конечно. Ну как, мы развиваемся сейчас, такие придумывают синтетические системы кукол. Сейчас такие интересные всякие ракурсы, театр теневой, театр 3D в куклах, все, живем. Новые формы спектакля, новые формы работы с маленьким зрителем, со взрослым. А вот знаете, мне очень как-то удивительно, что такой вопрос прозвучал из уст белорусской коллеги, потому что у них наоборот там, казалось бы, сейчас развивайся себе и театр кукол, и кино, да, и театр. Только очень дорого, да. Ну, дорого, ну, тем не менее, и вдруг чего это так они решили? Не знаю. Я просто был мокрый после спектакля, такой весь уставший. Может, она меня посмотрела и поняла, что в моем лице театр кукол умирает. Нет, будем доказывать, что это не так. Да, нет, о чем вы говорите. Столько это видно по кафедре Карпенко-Карова, по кукольной кафедре в Киеве. Каждый год сумасшедшие наборы, и всем интересно. Причем они поступают на драму, они приходят в куклы, потому что им там как бы места не хватило в драме, а потом втягиваются, их не выгонишь уже оттуда. Все, люди посвящают, они заражаются этой бациллой, она мгновенно развивается в организме, и вывести ее невозможно. Нет антибиотика против театра кукол. Это болезнь на всю жизнь. Вот ее только надо, чтобы она заглотить, таблетка эту бациллу. Счастья. Все, таблетка счастья, да, шоколад. Ага, то есть куклы на самом деле, это они так просто на сцене выглядят такими милыми, безобидными. На самом деле, если ты попадаешь под их власть, то ты уже из-под этой власти не выберешься. Я имею в виду тех артистов, которые и тех людей, которые работают в театре. Да, все невозможно. Можно уйти из театра, но нельзя уйти из искусства. Можно уйти из театра... Ну, мало ли, по любой причине. Но полностью уйти из театра кукол невозможно, потому что это преследует тебя во снах, в быту, постоянно ты в этом крутишься. Но если ты только занимаешься профессионально, профессия, не так пришел отсидеться, там на какой-то... Нет, кто... Ты сколько в театре уже? Лет 15? 18. 18, пожалуйста. У нас много таких, которые пришли на неделю. Вы здесь Карасада в театре, Елена? Нет. Чуть позже. Ну, если лет 18, да. То, наверное, в детском садике как заглянули в театр, наверное, так и остались, да? Я же тоже не собирался куклами заниматься. Мне было 3 года, и папа был в командировке и привез куклу Петрушку на руку в 3 года. И я брал стул, забрасывал покрывало и показывал дедушкам и бабушкам все. И вот уже до сих пор. И вот до сих пор вы... С куклами, Константин. Да. Хотя на самом деле вы мастер не только сами изготавливаете куклы, не только наш гость Константин Гроссман, артист, режиссер, постановщик. Боже мой, Константин, с вами страшно просто находиться в одной студии. Как любой творческий человек, да. Многие гордятся, да. Ну, давайте немножко дальше, да, хочется продолжить, потому что вот совсем недавно весной у нас состоялась премьера спектакля «Івасик Телесик». Ну, тоже вроде как украинская народная сказка. Обыкновенная маленькая волшебная фантазия. Но у нас режиссер-постановщик Александр Кузьмин, Полтава? Нет, Черкас. Заслуженный артист Украины. Поставил этот спектакль. Мы в этом спектакле возвращаемся, окунаемся в те очень давние часы, когда парни, девушки встречались в Веснянкой спевать, рассказывать сказки и
поклонялись силам природы. Когда были молитва дождю, молитва деревьев, солнце, да? Вот и об этом... Иди дощику, сварю тобі борщику. Все вот наши, весь наш украинский фольклор в этом спектакле. Может быть, как знать, может быть, тогда, давно, и родилась эта украинская народная сказка, когда вот мы собрались, встречаем весну, поем веснянки, молитва дождику, и, может быть, играя, и рассказывали разные сказки, в этот момент рассказывали, придумали сказку про Іваса Кателесика. Вы придумали, Константин? Нет, это Кузьмин. Александр Кузьмин, режиссер-постановщик. Из... Заслуженный артист Украины, потрясающий человек. Так получилось, что все это постановочное время мы были с ним вместе все время. И это так интересно, как рождается спектакль. Вообще человек, конечно, потрясающий. И как раз он в Телесике использует то, чего мы не знаем. Там песни, которые лично я не слышал, и многие, я уверен, что просто не знали о их существовании. Ну, замечательно, что там есть те веснянки, которые дети уже знают, поют из детского сада, там же у нас тоже уже есть в детском саду. Мы их вместе поем, мы их учим. Во время спектакля дети помогают и викликати дощик, и весну зустрічати, співають веснянки во время спектакля. Поэтому очень вот такое... Главное, что дети принимают активное участие в спектакле, не просто как пассивные зрители, как в кино, в кинотеатре, а именно они участвуют в постановке. Он насколько... Он сложный для исполнения, настолько он невероятно легкий для восприятия. Он смотрится на одном дыхании, действительно воздух. Вот как рот открываешь и глаза, а так в начале, так и до конца. Потому что свет, звук. Во-первых, там нет ни одного музыкального инструмента. Там все спето, сыграно, все эффекты, вдохи, даже гром, все сделано ртом. Вот уже три человека или четыре пели в студии, и вот все сделано, все треск. Треск веток, это что-то особенное. Кроме ни того, одного музыкального инструмента. Кроме того, что сделано в студии, актеры живым, вживую поют, да, эти веснянки, это все живой план, живое исполнение, которое тоже, конечно, завораживает зрителя и увлекает. В этом есть определенная эстетика. Это то, чего не хватает многим спектаклям. Эстетика театра Кузьмина, я бы так сказал. Потому что все его спектакли, они необычны вот именно в своей природности, в первозданности, в подлинности своей. То есть там нет искусство. Вот какой Кузьмин, открытый человек, потрясающий. Вот его не любить нельзя. Вот такие его спектакли. И вот этот спектакль могли видеть наши маленькие зрители. Да. Но я надеюсь, что они еще... Конечно, тут новый спектакль. Ему лет 100 еще жить. Только появился отлично в репертуаре театра. Да. Еще одна жемчужинка нашего репертуара, поэтому, конечно, будет очень часто эксплуатироваться этот спектакль. И хорошее слово эксплуатироваться, дарить радость, фольклор, песни нашим маленьким и взрослым зрителям. И что еще интересно в этом спектакле, его с удовольствием смотрим как малыши, так и мамы, папы, бабушки, дедушки вместе с нами поют, вместе с актерами погружаются в эту магию сказки и становятся такими же участниками, как и актеры, и малыши. Вот что интересно, наш Николаевский театр кукол, один из старейших театров кукол Украины, я ж могу так сказать? Один из самых молодых театров кукол. Молодых? Да, нам через 2 года, через 3 только будет 50. Нам 47. Угу. Но пусть он не самый старейший, но один из самых опытных наших театров, нашей страны, он стремится объединить и взрослых, и детей. Потому что, как обычно бывает, взрослые привели детей, и где-то там на галерке отсиживаются, чтобы пока детки что-то посмотрели. А вы нет, взрослые, идите-ка и принимайте участие. И взрослые, сами того не желая, может быть, даже... Да, они так вовлекаются в это действие и тоже принимают участие вместе со своими детьми. То есть ваш театр объединяет еще и родителей и детей. Ну, мы вот из сезона в сезон стараемся все-таки убрать этот стереотип, что мы детский театр, а коль уже мы пришли на спектакль для маленьких зрителей, на детскую сказку, то в любом случае театр для семейного просмотра, чтобы было интересно и маме, и ребенку, и чтобы потом они поговорили об этой истории, почему такая история произошла. То есть мама увидит то, что взрослый должен прочитать, почему нужно с ребенком разговаривать, общаться и читать сказки. А ребенок увидит сказку и
после спектакля у них уже будет общение, у них будет о чем поговорить, ну, наверное, кроме того, кроме каких-то бытовых тем. Друзья мои, а вот вы знаете, как-то так уже принято, есть такое клише, что театр кукол все-таки это для самых маленьких. А когда дети подрастают и становятся, входят в подростковый возраст, то они как-то перестают ходить в театр. Почему? Потому что они учатся пользоваться планшетами, и он им заменяет все, не только театр, все. И это очень плохо. Но я вам скажу, что у нас есть спектакль для взрослых, да, «Ханума», если вы помните. «Ханума», да, вы упоминали об нем. И было очень приятно, когда одна из школ в качестве подарка к выпускному заказали для своих старшеклассников спектакль «Ханума». Сидели дети, учителя и родители, ну, дети относительно, да, подростки, они смотрели спектакль с удовольствием. Десятый класс. И я думаю, что они, наверное, сидели, смотрели, да, потому что я же видел глаза, я же выхожу, это же открытый прям, я же вижу детей, да, людей, зрителей. И они думали, а чего же мы не ходим в театр, это же интересно. Понимаете, суета-сует, надо найти час в месяц, час-два часа в полгода и пойти в театр. В театр кукол. Независимо от возраста, да? Независимо, в любой. И набраться, вот сейчас нас слушают телезрители, и тем более и вот думают, ну вот да, если бы ребенок был бы поменьше, я бы пошел. Набраться в себе силы, убрать этот стереотип, что театр кукол – это театр детский, где есть спектакли для детей. Театр кукол – это вид искусства уникальный, особый, в котором есть спектакли на любую возрастную категорию. Для дошколят, школьный возраст, средняя школа и для взрослых зрителей. У нас в этом сезоне также есть такие спектакли, которые мы предлагаем и взрослому зрителю. Это и «Фигаро», и «Ханума», «Декамерон» – спектакль, ну, совсем для взрослого зрителя. У нас появился вот Ивасик Телесик, который с удовольствием школьный возраст смотрит, и средняя, и младшая школа. «Принцесса на горошине», где мы говорим о любви. Все возрасты покорны. Где мы учимся любить, где мы понимаем, как найти принца или принцессу, где мы понимаем, какими нужно быть, чтобы нас полюбили. То есть это также спектакль для средней школы. Друзья мои, ну вот у нас остается не так уж много времени, а телезрители не успели еще услышать. Вот сейчас услышат нас и подумают, а действительно, а чего же в театр-то мы не ходим? Тем более появилось, может быть, свободное время. Но ведь у вас уже закрытие сезона. 15 июля мы закрываем. 15 июля мы закрываем 46-й театральный сезон. 46-й театральный сезон. Да, мы в 1970 году был театр основан, и только в 71-м через год открыли первый театральный сезон. 15 июля приглашаю вас, дорогие наши зрители, на спектакль «Поросят качок», но в этот праздничный день закрытия сезона, конечно, будут сюрпризы. У нас будет интересная программа перед началом спектакля на улице у театра, будут интересные мастер-классы, конечно, сказочные встречи. Наши сказочные герои, куклы-великаны, ваши любимые сказочные персонажи будут говорить вам до свидания до следующего театрального сезона. В 10:15 начинается все действо на улице перед театром. 15 июля приглашаю вас на наш праздник. Это 15 июля в 10:15 начинается празднование закрытия 46-го театрального сезона Николаевского областного театра кукол. Правильно я изрекла? Конечно. И поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы это действо и этот праздник прошел хорошо, но я знаю, что артисты, и так же, как и коллектив и руководство театра, закрывая один театральный сезон, в этот же практически день открывают страницу для нового. Да. У нас есть буквально минута, чтобы поделиться планами, потому что мы сказали, что театр кукол, что было, Что будет? Мы хотим сказать нашим зрителям о том, что в сентябре месяце Николаевский областной театр кукол открывает театральную студию для детей разной возрастной категории от 3 до 16 лет. Будет отдельная реклама, анонс на группе Николаевский областной театр кукол на Фейсбуке и информация на сайте нашего театра. Мы начинаем подготовку к работе этой театральной студии. Также 1 октября мы откроем новый театральный сезон. Впервые мы стали организаторами
инициатором нового фестиваля в городе Николаев. Театральный фестиваль «Кришталева лялька», куда будут приглашены как профессиональные театры кукол Украины, так и кукольные аматорские детские коллективы. Мы откроем сезон также необычно фестивалем «Кришталева лялька». С 1 октября приглашаем и гостей города, и горожан на эти наши праздники. Спасибо, Елена. Константин, ну, изреките последнее слово и все, и прощаемся. Открываем мы наш сезон новым спектаклем «Бременские музыканты». «Бременские музыканты». Да. Это замечательная пьеса Василия Ливанова, прекрасная музыка Гладкова в такой неожиданной интерпретации. Все, приходите, больше ничего не скажу. Да, все, надеяться, что спектакль праздник. Приглашаю вас петь, танцевать и отдыхать. И веселиться. Друзья мои, спасибо большое. К сожалению, времени больше нет в нашем прямом эфире. Но, тем не менее, я напоминаю, что именно 15 июля состоится закрытие 46-го театрального сезона Николаевского областного театра кукол. Приходите, друзья мои, и не унывайте. Потому что, ну, что унывать, действительно. Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. Це була розмова на тему. На все добре.